Большой дом вдали от городской суеты до прошлого года был лишь заветной мечтою, рассказывает многодетная мать Эрин Шахмаева. Место для семейного гнездышка выбрали в Пермском районе в деревне Большая Мось. Буквально за 2 года возвели дом и выполнили отделку. Дали нам свет, когда мы еще строили. То есть это было очень хорошо. А потом скважину мы бурили, и у нас вода, и свет, и все прекрасно, кроме дорог, что тяжело было без дорог. А то, что сейчас делают дороги, это просто прекрасно. Земли многодетным семьям – подарок от государства. На 1 июля 2016 года в Пермском крае их уже получили 8549 многодетных семей. Земельные участки по поручению губернатора края Виктора Басаргина не просто выделяются, но и в кратчайшие сроки обеспечиваются коммунальной инфраструктурой. Так, в этом году здесь, в деревнях Большая Мось и Мартьянова, будет отремонтировано 16 километров дорог. Стоимость проекта – 52 миллиона рублей. Дорожная работа в планах и на следующий год. Всего за 3 года будет отремонтировано 45 километров дорожной сети. Порядка 30 человек рабочих задействовано, техники единиц 20. Я думаю, мы к 1 сентября сдадим эту дорогу, объекты. К земельным участкам также планируется подвести и газ. Начало работ по строительству газораспределительных сетей запланировано на второй квартал 2017 года. Сейчас идет работы по проектированию газоснабжения земельных участков. И, соответственно, в течение 2016-2017 года мы обеспечим возможностью газифицирования более 1000 участков, в том числе и в деревне Большая Мось Пермского муниципального района. На сегодня в деревне Большая Мось и Мартьянова многодетным семьям Перми и Пермского района выделено более 1400 земельных участков. 30% семей уже получили разрешение на строительство. Порядка 100 семей уже отпраздновали новоселье и сейчас обживают новые дома. Более 400 семей начали активно строиться и осваивать земельные участки. Татьяна Александрова, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта».